поддержать форму, сделать работу над ошибками, проверить свои силы и выносливость. Для этого в бассейне «Дельфин» ежегодно устраивают городские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. По традиции между собой соревновались только юноши. А девушки в этот день выступали как судьи, засекали время, сравнивали результаты, помогали взрослой коллегии. Я принимаю участие практически в каждых соревнованиях, и это мой уже далеко не первый раз. Мне нравится этот вид спорта, и всегда он меня всегда завлекал. А как сегодня вот соперники? Как оцениваешь соперников своих? Ну, есть и сильные соперники, но я не расстраиваюсь, я их только поддерживаю. В программе соревнований прошли 4 заплыва на 50 метров вольным стилем, кролем на спине, брасом и баттерфляем. Каждый пловец спортивной школы ИКАР участвовал в 2 личных дистанциях на выбор. На дорожке выходили ребята различных возрастных групп от 2007 года рождения и старше до 2014 года рождения и моложе. У каждого участника были свои цели на эти соревнования, главные из которых – испытать себя и оценить свои результаты. Плавали 50 метров баттерфляя. Дистанция довольно нелегкая, но при должной работке она получается очень быстро. На удовольствие просто, чтобы получить кайф. 50 метров баттерфляй и бранс. Как-то лучше получается плавать. Ну и тренер подсказывает. Во многом, мне кажется, для себя. После тренера скажет ошибки, что не так. Судьи подвели итоги и наградили призеров в каждой возрастной группе. Теперь к следующим соревнованиям будут готовиться девушки. В «Дельфине» для них пройдут заплывы к 8 марта. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.